А вот и ведущий 7-го республиканского конкурса танцевального искусства Александр Аскерка. Рада тебя видеть, Саша. Взаимно рад тебя видеть, Юля. Скажи, пожалуйста, как начался сегодня твой день? Чуть проснулся, кофе немножко помогло, потом холодный душ, потом транспорт, и я здесь. Вот. Есть ли у ведущего какие-нибудь скороговорки, упражнения, которые он делает перед конкурсом? Скороговорки? Нет, я так вот и разговариваю, нормально, все хорошо. Что еще должен сделать ведущий перед началом выступления? Перед началом выступления насытиться энергией и потом ее в зал. Ты готов делать волну сегодня? Конечно, вот сейчас сделаю. Ну, я имею в виду с детьми. Конечно, будем делать волны, всякие штучки. Вообще будет все круто. Программа тебя насыщена. Конечно, потому что столько было перерыва, целое лето мы не встречались. И вот с новыми силами вперед в бой, Dance Power. Саша, расскажи, что ты делал целое лето? Целое лето я был в другой стране, был в Поднебесной, был в Китае. Вот, и там опыта набрался, чтобы его здесь сейчас продемонстрировать. Ну что, мы ждем опыта и демонстрации опыта от нашего ведущего. Всем удачи, увидимся на первом танцевальном. Здравствуйте, дорогие друзья, ваши аплодисменты! Еще! Вы просто не представляете, как я рад вас видеть! И мы снова встретились с вами на 7-м республиканском конкурсе танцевального искусства «Dance
А мы напоминаем, что мы находимся в дворце борьбы имени Александра Медведя, где развернулась совсем необычная борьба за танцевальные награды и кубки Dance Power. И сейчас посмотрим, что наши танцоры могут сказать о их выступлениях. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Тася. А какой ты танцевальный коллектив представляешь? Дождик Кап-Кап. Это у вас танец назывался или коллектив? Коллектив. А танец как ваш назывался? Солнышко сияло в небе голубом. Девчата, из какого города вы приехали? Минск. Минска. А сколько готовились к своему выступлению? 35 лет. 35 лет. Скажи мне, сколько тебе лет? 5. А готовилась 35. А готовилась я 35. Что нужно, чтобы хорошо выступить? Каролинка. А кто такая Каролинка? Имя. А вас всех зовут Каролинка? Скажите, в чем секрет хорошего выступления? Вы же уже наверняка знаете, что нужно для хорошего выступления. Надо учиться. По математике хорошо или как? По танцам. А кто у вас танцевальный руководитель? Кто руководитель вашего танцевального коллектива? Я танцевала красиво. Ты красиво танцевала? Кто тебе сказал? Я улыбалась. Молодец. А кто ваш танцевальный руководитель? Есть кто к вам руководит? Елена Владимировна. Давайте скажем Елене Владимировне спасибо и пошлем воздушный поцелуй. Не, вот на камеру. Давайте вот сюда, сюда. Давайте, спасибо, Елена Владимировна, 3-4. Спасибо, Елена Владимировна. Привет, ребята. Какой танцевальный коллектив вы представляете? Коллектив Baby Boom. Baby Boom. А вы руководитель? Да, являюсь руководителем. Скажите, сколько уже с вами эти ребята танцуют? Эти ребята танцуют, ну, где-то в районе полугода, но есть детки у нас, которые занимаются меньше 2 месяцев. Это ваш первый, получается? Да, это наше первое выступление, это наш дебют. Мы молодцы, мы старались, мы лучшие, правда? Молодцы. Ребята, вы молодцы? Привет, крошки! Вы у нас какой коллектив? Хороший. Хороший коллектив, да? А как называется ваш хороший коллектив? Манго. И что вы у нас сегодня танцевали? Танец. Правильно. Ребята, что нужно, чтобы хорошо выступить? Какие вот нужно выполнить пунктики, чтобы хорошо-хорошо выступить? Танцевать, учиться, хорошо учиться, заниматься, хорошо танцевать. А что будете делать, если займете первое место? Сидеть. Надо радоваться, ребята, когда первое место занимаете. Сидеть не надо, радоваться надо, хорошо? Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Ребята, привет! Какой коллектив вы представляете? Следите в школе. Какое место заняли? Довольны? Да! Сколько репетировали танец? Сколько готовились? 2 года! Ничего себе! 2 года! Что нужно, чтобы успешно выступить? Надо, ну, стараться.
всегда учиться и не баловаться. А бывает, что балуетесь на занятиях? Ну, иногда. И что тогда вам руководитель говорит? Ничего. Добрый у вас руководитель? Да. Волновались, когда выступали? Да. А кого больше всего боялись из членов жюри? Вы вообще поняли, что у вас были жюри? Да. Кого-то там боялся или нет? Нет. Ты самый храбрый? Да. Молодец. А какой совет, что нужно сделать, чтобы успешно выступить вот всем остальным участникам? Стараться. Палочки для девочек еще. Для девочек чего? Палочки. Это подарок? Да. Хорошо, спасибо вам большое. Надеемся, что еще с вами увидимся на таких танцевальных конкурсах. Спасибо. Давайте помашем нашим зрителям. Мы сейчас попробуем взять интервью у победителей, у звезд, если у них будет на нас время, конечно, после фотосессии. Ждем. Никита, вы довольны своим результатом? Да, конечно. Сколько у вас было тренировок, чтобы выступить здесь успешно? Месяц. Больше. Больше месяца. 2 месяца, и можно завоевать награды на Dance Power. Отлично. Кто придумал вам такие образы? Чья идея была выступить с Катюшей с таким нарядом? Наш руководитель Екатерина Михайловна. А вы за что любите своего руководителя? То, что добрый. Да, за все. А приедете еще к нам на Dance Power? Конечно, да. Чем понравился конкурс? Выступать. Наградой. Чем? Потому что самое главное не победа, а участие. То, что... Приехали сюда и попробовали здесь выступить перед жюри на вот таком манеже, а не на сцене. А вообще перед жюри боялись выступать? Нет. Нет. Жюри были не строгие или строгие? Нет. Нормально. С подковыркой. Так где у них там можно было подковырнуть? Ну, какой-нибудь, например, может придраться к чему-то там, носок не натянул, все такое. А были там, которые вам подмигивали, говорили, крутые, классно? Да, сидели там. Слева Бобы там вот сидели, подмигивали. Отлично, здорово. То есть атмосфера у нас была очень здорово. Да. Спасибо большое, приезжайте. Спасибо, поздравляем вас. Скажи, пожалуйста, ты у нас в каком коллективе выступала? Как тебя зовут? Катя. А ты выступала с какими коллективами? С каким коллективом? С Кирой. Кирилл, да? Кирилл и Катя. А какой у вас был танец? Майя. Тебе понравилось выступать? Да. Придешь еще на конкурс? Да. А что-то у тебя приз в руках? Да. А какая у тебя медалька? Скажи, за что тебе медальку дали? А ты знаешь уже, что там написано? Давай я прочту. Там написано «Молодец». Ты знаешь, что ты молодец? Умница. Поздравляем тебя. Катюш, какое ты место заняла?